Здесь мы едем в сторону ДК Фосфорника, с правой стороны будет. Это вот улочка, я не знаю, как называется. Слева 16-й микрорайон, справа ДК Фосфорников. Ты меня остановишь, не будет, где тебе можно припарковаться, я пойду схожу. Баня. Баня здесь, ну смотрю, прям приехало много сюда купаться. Не знаю, где здесь заросли такие, ходить страшно. Хоть бы почистили бы. Где-нибудь здесь как-нибудь сможешь? А, заезд, но закрытый. Это вот ДК Фосфорников. Конечно, в ужасном состоянии. Все запущено. Против солнца плохо видно. Когда-то здесь были фонтаны красивые, скамеечки, люди отдыхали, с детьми гуляли. Сейчас здесь, по-моему, страшно ходить. Туда так вообще заросли какие-то. Все разбитое. Здесь страшно ходить. Это вот как ты слева. Строят там что-то громадный базар. Павильон будет, наверное.